На конкурс дети читают стихи. Трегубов Родион, 11 лет, город Смоленск, гимназия имени Пржевальского. Маргарита Агашева, солдат у Сталинграда. Пролетели года, прогремели бои, отболели, отмаялись раны твои. Но далекому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер? На сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Говорят, что не плачет солдат, он солдат, и что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? От того, что на солнце сверкает река, от того, что над Волгой летят облака, просто больно смотреть, золотятся поля, просто горько белеют чубы и ковыля. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Так о чем же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят.